Привет. Вот ничего не покупаю, а накупил. Накупил полно. Денег хватило? Хватило. Ты ж мало взял денег. 70 злотых. Уже и в России есть этот зараженный. Да, это все ерунда. Поверь мне, это ерунда все. Вы там меньше это... Любовь Орлову не делала, надеюсь? Бы я принес фотографии. Нет, я ничего не делала. Ну потом придержи, мы потом фильм сделаем. Mm-hmm. Не, каким-нибудь образом. Или ее надо срочно? Нет. Там ее ж не только ей любого, и ее саму, потом ее там бабку. Да? А какая у нее бабка? Ну, она нарисовала мне. А какая у Любови Орлови вдруг бабка? Не, это из кобеты. А, это и кобеты. Саму кобету эту. А правый, так знаешь, как в тумане все, ничего не видно. Это которая глаз? Не которая операция? Не, операция, которая нормальная. Только стала вот это в очках, не побуду, стали очки на мне плохо видеть я в очках. И вот как вот надо очки другие заказать? И вот начала, вот я сейчас посидела, пошила немножко, вот, и тебе сняла надо... очки. И у меня так темно в глазах. Вот этого шитья надо отказываться. Я и так мало шью потихонечку. Там есть две ляльки сделаны. Мама, тут все стирать? Да, я все посмотрела. Ну, я их стираю просто. Там вот в одном как-то я, не помню, этот раз или прошлый раз, показывали... В Митридате вот эти вот самые, ну? Туннель такую, ну, это вот там, ну, это да. Там мы прятались во время вот, войны. Они там написали, что это бункер, не, возможно, и был бункер, когда была Красная Армия еще не оккупированная, что там сидели какие-то никакой команды. Никакой бункер, а мы бегали у бабушки через окно. Ну. Шнеля и через окно, и под Митридатом прятались. Ну это уже может в другое время. А в начале, когда только война началась, то мы прятались в нашей, так в вот, нашем переулке. Вот так, где послушай, школа мам, была. Послушай, ты все время, это был то время, в начале войны был там пункт. Были военные там. Да, вот это и были, было какой-то штаб одно время. Были военные, так, было, да, я помню это. Вот, это они имеют в виду. Вот. А потом койки стояли, все, и мы прятались там во время бомбежек. Нет, со вторника на среду, какой интересный сон приснился. Как будто я шла где-то там все это самое, потом по каким-то ледникам там все, потом какая-то тачка, и я села полулежа на эту тачку, и идет там двое деток каких-то таких подростков, стояли девочек, и идет мужчина в таком белом одеянии, белые штаны, белая рубаха, такое
благородное лицо с бородкой такое, все это. И что-то он мне рассказывал. И так вот мимо меня проходит, вокруг, и там вода. И он к воде туда пошел. И вдруг шум какой-то. Я поворачиваю голову, вправо поворачиваю голову. Смотрю на небо, вот такой вот какой-то красивый, ты знаешь, голубой, фиолетово, какое-то такое, как это самый ободок, но не круглый, а какого-то формы такой. И с него льет дождь, ливень прямо, вот этот вот круг такой вот этот, не кругом, там, где девочки стоят и где этот мужчина стоит, там нету дождя. А вот это вот круг этот, ливень прямо, и такой, знаешь, переливается прямо вода. И я посмотрела вниз на землю, то же самое такой круг. Потом поворачиваю голову опять вверх. Вода прекратилась, дождь лить. Смотрю на этом, где круг был, образ, лицо мужчины, белое, такое, как до бюста, типа как божественный до бюста, вот, в белом тоже здесь белое у него все. На низ посмотрела какое-то время, смотрю, и внизу такое же самое, и я проснулась. Фиолетовый? Фиолетовый – это цвет. Голубой и фиолетовый. Голубой ниже, а фиолетовый – это цвет вот этого божественного, так сказать, ну, ощущения высшего порядка. Я же тебе, наверное, когда-то рассказывала, когда-то в Петербурге, когда я приезжала в Петербург, и я перед отъездом, тогда, когда Ирочка со мной приехала. Мам, если ты будешь про эту границу рассказывать, то нет, не надо. Нет, не границу. Ну. И перед отъездом, а я тогда в большой комнате спала. Вот. Перед утром это. Да. Не, не пила еще. Пей. Не, ну попробовала. Я потом это самое. И снится мне сон. Значит, облако на небе. Потом смотрю, расступается вот так облако и голубое небо и такой белый крест. И мне голос сверху, значит, креста, мне голос какой-то, какое-то предупреждение мне, чтоб я что-то предупреждают меня о чем-то. А я, значит, говорю, что? Вот, и вторично, да, и по бокам ангелы два. Закрылась опять крест, вот так три раза мне показывают. Потом я говорю, что? А Ирочка в это время зашла утром уже, перед утром, вот. Она на меня смотрит, а я аж привстала, глаза закрыты, я и говорю, что? И опять легла. Вот. А мне этот, значит, голос этот говорит. И вот так мне внизу креста, вот такой вот, знаешь, как кулон. И лицо женщины показывают. Такая чернявая женщина в пилотке. Такое, как военная, все это самое. И предупреждение. Вот так три раза это было мне. Слушай, едем мы с ней в этом поездом на белорусской границе. Заходит это пограничник кабета. Вот. Мы с Ирой переглянулись. Копия то, что мне показано было. Она расшвыряла мои вещи. Все, знаешь, что вот так вот, все вытрясало, все, швыряло. Если бы мне не было вот этого сна предупреждения, то я не знаю, чем бы это кончилось, я бы ругалась с нею. Вот. А так я молчала.
Она все поразбрасывала у меня. Вплоть до того, что сумки вот так вытряхнула все. Никого не трогала, только меня, потому что я польским паспортом. А потом подкладывала? Ну, потом мы с Ирочкой складывали. А вы это складываете теперь? Ну, а она, значит, открыта дверь в этом купе была, а эти женщины ехали с нами. Они, видно, часто ездят туда. Она говорит, они говорят, это самая свирепая, это пограничника такая. Вот. А дверь была открыта, и она там встала, и так, значит, искоса поглядывает сюда на меня, что я буду делать. Надо было возмутиться, может. Я же говорю, что если бы мне не этот сон меня предупреждал. Да. Вот. Ну, я что бы ты могла потерять? Ну, скажи, что, пылесос только это? Мне не поиграла. Почему в декларацию не вписали? Почему это... Пылесос. Декларацию не писали. Я вообще не знаю, что такое декларация и что вписывать. Надо было вписывать. Это баба молодая? Нет. Ну, такая, да. Тогда была молодая, да? Ну, лет. Сейчас уже 30. Старая. Поспрашивать, типа... Бо я вот, мне просто интересно, ну, что ты помнишь о тех братьях вот этих, ну, ты все с ними здоровалась, так, день добрый, или у нас в подъезде было принято? Да, конечно. Ты с их родителями общалась? Ну, здоровалась. Ну, так. Да. Ну, он же теж, типа, какой-то бывший военный этот. Да, папа. Он бывший военный. Они откуда-то приехали, да? Угу. Типа, не белорусы коренные, нет? Нет. А мать его чуть-чуть на еврейку похожа была? Нет, симпатичная такая женщина. Женечка, деньги возьми. Хорошо, ты, мама, рассказывай мне что-то просто неинтересно, что ты помнишь, может. А вообще, не помнишь, как я общался там пацаном с ними или нет? Мало. Они вообще как-то мало общались. Ты, по-моему, с младшим больше общался. Ой, вот это, да? Вот это. Возьми это, оттуда возьми сотню. Ну, говори, мам, что я общался. Ну, они как-то мало общались с вообще. Чем? Я больше общалась только с Лившицами, к ним ходила, все, а у них я никогда не была. Не, ну понятно, но общалась, и они не у меня. Не, ну а так ты не замечала, вот как я там общался или что с ними, с пацанами этими? Со старшим ты почти не общался. Да, он был такой пижонистый. Да, не общался. А с младшим ты общался. Младшим, ну, на 2 года был. Ну, еще говорить не надо. Ну, так я о них ничего не знаю особенно. Они как-то... Здравствуйте, и все. Ну, так. А с другими с подъезда пацанами... Женька Зайцев, помнишь такого? Помню. Он пьяница, да, такой? Ну так, когда-то ж я сидела, ждала тебя. И выглянула, слышу, какой-то бормочет что-то у подъезда. Я бегом вниз. Думала, что ты. А он не мог открываю двери. Подъезда, а это Женька Зайцев, пьяный. Он там потом женился, я через довела, него, да. Через его жену, но он уже не живет с ней, на Кореянке, он поехал на Дальний Восток, на Кореянке женился, вот это с моих фильмов видел, наверное, но он уже живет где-то в другом месте. Этот Игорь его видел, говорит, бухарь. А вот этот, что напротив,
Пацан, да. Потому что отец повесился. Да? Да. Отец такой, он был немножко пришибленный. Ну и ребенок тоже, наверное. Сидел, сидит вот на балконе и вдруг, да здравствует, там что-то это, встанет опять, сядет. Да 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 здравствует это, все. Вот. Или ну, когда может, проходишь... Влияние войны, как говорится. Или когда проходишь в подъезде, идешь, а он начинает вот так вот. Ты идешь прямо, я вот иду. Он берет мне, заслоняет дорогу. Все, я в другую сторону, он тоже в другую сторону. Потом улыбнется и пропускает. Вот шутил вот. Типа. Такой вот. Шутил. А вот эти злобы, ты с ними точно не осталось, да? Нет. Я только вот с лившицами, не, я не с этими соседями, ну, рядом с нами соседи, что две дочки. Меня интересует, как я. И Любову Орлову, и еще Складовскую Кури. Понятно. Добро, нету уже. Ну все, по-моему. Ёлочку. Нету елочки. Кончился Новый год. И так год за годом. Как тут взять? Давай двери, я... Мам, мне не проблема закрыть двери. Я хотел, но ты сказала, что не надо. Нет, давай, надо. Всегда покупать? Да? Всегда покупать? Нет, каждую неделю не надо. Если б я знал, ну пап.